Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Gold и Roblox, и сегодня у нас будет с вами топовая серия. В этой серии мы, ребятки, будем с вами донатить Леона. Погнали! Итак, вот мы зашли в игру, у нас уже есть ворон, тоже крутая лего, и я чисто случайно зашел, ребятки, в магазин и просто офигел, какое есть... супер предложение, которое действует, ребятки, всего лишь один день, 21 час, поэтому очень мало времени у нас его купить и получить этот, не просто Леон, а еще и супер скин Леон Селли. Ладно, сейчас мы будем думать, брать или не брать, пишите в комментариях, брать или не брать, ставьте лайки. Вот, и у нас есть на раздумье с вами немножко времени, вот такой он вот будет красивенький, смотрите, просто офигенный. Конечно, он любит походу конфеты, чупа-чупсики, да? Но, наверное, реально старая цена 780 гемов. Это просто заоблачная, это просто космическая цена, ребятки. Это будет нереально его купить по таким деньгам, даже, наверное, голди. Вот, но 425 это уже как бы почти половинка, даже чуть-чуть больше, да. И уже как бы реально его купить, вот. И поэтому мы сейчас будем с вами думать, брать или не брать. Вот, посмотрите, все-таки то, что я еще хочу взять, у нас еще 9 дней есть, этот супер крутой вирусный 8-битный скин, который стоит 300 гемов. Это самый дорогой, ребятки, скин. И вот, я не знаю, реально, лучше, наверное, разумнее было бы купить в данный момент Леона, потому что он стоит на 100 там с чем-то дороже. Но зато, блин, это лего, еще и скин, а тут просто скин одного 8-бита. Вот такой еще скин, наверное, его уже все прикупили, тоже офигенно, героиня Биби, вот, думаю, мы тоже его подкупим попозже, вот. Если вы хотите, чтобы Голди брал все скины, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите кучу комментов и рекламируйте канал друзьям. Вот этот скин, который я уже рассказывал вам, ребятки, который как бы спонсирует Австралию. Там много погорело территории, много погорело коал, и когда вот этот скин тоже нужно будет обязательно купить. Все мы с вами, конечно же, ждем агента Пи, мистер Пи, очень ждем, тоже задонатим. Вот, но сейчас, сегодня не о Пи. Итак, нам не хватает достаточно большое количество, ребятки, гемов. Вот, и какие бы купить? Кстати, вот смотрите, за 2000 есть, вернее, 2000 гемов, 100 баксов, о май годнес. И я, короче, обещаю, ребятки, если это видео наберет 5000 просмотров и наберет 1000 лайков, этот видос, хотя это, наверное, космос, то я в следующем видео куплю, вот так вот нажму сюда и куплю, ребятки, 2000 кристаллов. И начнем уже потихоньку, всем будут донатить. Да, кстати, расскажите, можно ли тут как-то давать именно, ну, как к другу, да, пересылать, вот. Или надо реально заходить на их аккаунт и донатить. Но это отдельно, потом, короче. Так, заходим, покупаем пока что за 20 долларов опять. О боже мой, сколько денег Голди тратит, меня все убьют. Все родные меня убьют. Итак, тут, как всегда, происходит магия. Идет тут обработочка. И нам пишется, что платеж выполнен. Нам опять эти Google баллы пошли. Вот, и полетели наши такие красивые, миленькие, зелененькие гемчики. И теперь мы можем все себе позволить. Мы теперь крутые. У нас, блин, почти пол косаря гемов. Так. Вот это мы потом, это все потом, 9 дней, 21 час ждет. Кстати, коала, ребятки, 49 дней, так что, блин, это можно еще ее купить по-любому, очень долго висит. Ну что, брать не брать, ребятки, давайте 3 секунды, если брать, то подписывайтесь на канал прямо сейчас, если я увижу, что много подписалось, я его таки куплю. И ладно, будем его брать, ребятки, смотрите, какой он крутой, это же лего, это же Леон, наконец-то у Голди вторая лего. Остался нам, короче, только спайк, да? Офигенный чувак, короче, кидает какие-то металлические эти. И супер скин. Почему-то этот скин Леон Селли вообще без описания. Странно. Вот, мега ящик, я думаю, не буду брать. Мне вряд ли там что-то выпадет. Уже у нас очень много игроков. Вот, уже 28 бойцов. Так что реально не буду. Я покупал по 10 и нифига, один не буду. Так, врубаем этот офигеннейший скин. Уточка какая-то кря-кряжа. И давайте же, ребят, немножко потестим этого Леончика, как он себя ведет. Вот. Обещаю, ребятка, всем, кто у меня в клане, скоро будем снимать видосы с подписчиками, с соклановцами. Будем как бы пиарить наших пацанов в клане. Будем скоро снимать видосики вместе и будем развиваться. Так, смотрите, он пуляет какими-то яичками, походу. Кстати, я не замечал, когда-то, ну, против меня играли такие Леончики. С таким скином. Но яичек я не замечал. Так, посмотрите, обратите внимание, ребятки. У меня в команде опять топовый краб. Просто топовый краб. Он там стоит. Я не знаю, что он делает. Ладно, я пойду все сам буду делать.
Смотрите, я так думаю, что вначале нужно убить вот этого пассажира. На тебе. А потом мы возьмем, короче, оставшиеся баночки. И у вас уже 7 банок, боже мой. Так, там еще тоже махать, пока что банки оставлю. Сейчас я тут всех перехерячу. О, боже мой, у него... А, я думал, у него стакан. Ну что, в принципе, его можно попробовать добить, но у него урон тоже лютый. Надо не подлазить. Сейчас вот туда... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, очень сильно бьет, поэтому немножко отойду. Сейчас возьму все-таки эту баночку. И вопрос, где мой краб-напарник? Что он там вообще делает? Объясните мне. Чувак, ты в этой хвате или нет? Смотрите, смотрите, вот какой он нагипун просто. Оп, пошел там сам, понюхал, что ли, этого зеленого туманчика. И, короче, сам опрокинулся, скинул лыжи. И тут опять Голди нужно самому все делать. Убиваем этого пятибаночного. О, боже мой! И на тебе! Как я их офигенно слил. Итак, 14 банок. Думаю, тот, кто меня сейчас смотрит, вот там вот один, он, наверное, прикололся, как все круто получилось. Ну, теперь, я думаю, не доставит нам малейшего вообще труда. Хотя. Смотрите, 8 бит, 10 банок. И заюзаю инвиз. И нужно постараться, как бы, не слить этот бой, да. Вот моего краба, как всегда, слили. Благо, сейчас они еще возьмут эту баночку. И 8 бит на 11 банок, но я его просто так выстрелил из-за угла. И этой, думаю, вообще хана-хана будет. Ну что, круто. Первый бой на Леоне и первый вообще на гиб. Учитывая то, что, ребят, еще у нас краб такой вот в команде был. Краб, короче, фу. Блин, удали, чувак, игру вообще и забудь про нее. Тебе надо в пасьянс играть, там, в шахматы. И вот это вот твое максимум. Ладно, забыли, как страшный сон. И, наверное, ребятки, сейчас попробуем еще второй бой. Короче, реально офигенный. Я теперь даже не знаю, ребятки, какая лего самая лучшая. Ну, то, что у меня есть пока что. Ворон или Леон? Думаю, когда у меня еще будет спайк, мы будем какие-то видосики снимать такие. Будем сравнивать лег, находить их не плюса, минуса. Думаю, рубрика будет интересная. Так что ждите. И еще у меня, ребятки, идея появилась. Ох, как я офигенно его слил. Да, появилась идейка. Ну, смотрите, банки сами высыпаются. На, и тебя слил. Ладно, туда сейчас, наверное, догоню. Хотя, ладно, пускай живет. Опа, тут сели. Помогу. Вот, у меня появилась идея в скором будущем, ребят. Очень много идей, на все не хватает времени, конечно. Придумать, короче, какой-то проект. Например, еще один аккаунт, чисто игра без доната. Чисто качаться без доната. И один аккаунт, короче, пройти всю игру на Шелли. Всю игру пройти на Шелли, не открывая ни одного сундука, не открывая ни одних достижений вот этих там, новые игроки, новые коробки. Тупо всю игру набить там 20 тысяч кубков только на Шелли. Хо-хо. Думаю, это будет вообще Unreal, но такие это будет интересно. Это такой будет сериальчик, типа, да? Кстати, хорошая идея, я думаю. Ну что, пока тут немножко поговорили, мы уже тут перебили пол команды. У нас, ребятки, 13 баночек. Думаю, это нормально. Сейчас мы убьем последнюю. И вот такая вот вторая победа, офигенная получилась. Очень круто на Леоне играть, ребятки, покупайте. Совсем понты стоят, да, 429 гемов, это, блин, больше, чем $20. Конечно, кусаются цены, думаю, не каждый себе это позволит, но кто может, думаю, оно того стоит. Ну что, наверное, попробуем еще пару боев. Очень круто заходят катки, очень офигенно. Вот, и давайте погнали в бой. Да, карта неплохая, тут именно прикольно, что много сундучков, и даже некоторые вот вместе стоят. Итак, этот бой мы играем с Булом. Первые два катка вообще на ура пошли, думаю, это тоже зайдет. Сейчас посмотрим. Так, пойду, наверное, вот это... Ой-ой-ой-ой-ой, тут я, наверное, совершаю ошибку. На тебе, получи. Я заезжал инвиз. Вот тут я чуть-чуть ошибся, ребят, я еще не совсем, как бы, понимаю инвиз. Получается, расскажите в комментах, очень важен момент. Получается, когда ты его, ну, включаешь, да, ты невидимый. Но если ты как только начинаешь стрелять, ты уже становишься видимым, походу, да? Вот я, наверное, там сглупил, что я сразу стрельнул и себя выдал, походу. Так, давай, Бул, рвем. За первое-второе место бой. И у меня мало банок, но они, конечно, под стаканом своим, под бафами. И, конечно, убили. Ну, ничего, пофиг, смотрите, второе место, плюс 7 кубков. Вот так вот только начали играть, и уже у нас куча кубков. Да, кстати, вчера, ребятки, я набрал, наконец-то 7000 кубков. Вот, так что уже идем к восьмерочке. Хочу вот учевиху с газом купить. Как там ее, ПЗМ или ПМЗ как-то зовут, так странненько. Так, вот, кстати, она с нами в игре, только вспомнил, и вот она появилась. Ну что, давай покажем, как правильно, как играют папки, да. Как играют на гибуны. Так, давай, кидай свои яички, Леончик. Молодец, все.
омлетики поделал. Давай, отлично, открыл третью баночку, и у нас уже по три баночки. Сейчас найдем, вон еще два стоят, нужно, думаю, открыть. О, красава, бей эту команду. Даже помогать не надо, видите, сам разбил. А я тем временем... Опа-опа-опа, сейчас я, смотрите, отойду. Давай, чувак, открывай. Я тебе разрешаю, открывай. Это твое будет. Ладно, я пошутил, это будет мое, но не только эта банка, а еще и твоя банка. Ха-ха. Так, нормально, плюс 7 баночек, неплохо раскидали. Тут подходит Нита. И Нита лучше бы сюда не подходила, а там ходила бы где-то там, где бродила. И вот у нас уже по 9 банок, хотя... А, уже 3 команды, так что нормально. Давайте искать, где же они спрятались. Вот они, походу, там друг друга перебили. Осталось 2 командочки, и мы просто должны взять первое место. Думаю, так и будет. Да, Леон офигенный, Леон крутой, учитывая еще, что он и со скином. Вообще, Голди, конечно, раскрутился. Так, накупил себе кучу игроков, кучу скинов. Короче, думаю, неплохой уже аккаунт выкачал. Осталось только качнуть еще хотя бы плюс 10 тысяч кубков. И будет топ, будет топ. Потом будем брать всякие крутые ранги, там 35-е. И выходить вообще в топы мира. Я думаю, все, ну, все реально. Главное хотеть, главное стремиться. И все будет. Так, это мы взяли, получается, 4-й бой. Мы выиграли 3 из них первые места, а одно место второе. Круто поиграли, и думаю, теперь нужно его еще потестить вот в этом режиме. Горячая гонка. Я надеюсь, там не будет 2 карты сегодня, потому что я не сильно люблю, когда... О, боже мой, как раз 2 карты. Ну ладно, уже назад дороги нет, ребятки, и будем пробовать играть. Я думаю, мы выиграем, постараемся. Так, я уже... Кстати, скорость у Леончика тоже достаточно неплохая. Я зашел в эту карту, и одно очко нашей команде уже достал. 8-бит какой-то спящий зашел, и меня не увидел, походу, я его разложил. Вот тут, когда я спрячусь в кустиках, короче, моя команда, смотрите, отлично просто на изи разбирает их сама. Ой, надо было не выходить, извиняюсь. А я тупо стою и как бы охраняю чисто дефью эту вторую базу, и как бы нам очки идут. Уже вот 12-0, ха-ха. О, кстати, даже отсюда можно постреливать своими яичками, да? Яички, давайте. А ну, получи ответ, омлета. Вот, ну, короче, я думаю, у них без шансов. Очень у нас удачно все сложилось. Так что так и будем эту минуту 15 последнюю играть, и будет офигенно. Так, помогу, помогу. Ух ты, красавчики, нужно помочь. Так, одного убил, и второго сейчас тоже склею, думаю. Есть, отличненько. Давайте, пацаны, на ту базу быстренько успейте ее там тоже захватить. А, подлезли под эту гранату эту, блин. Не увидел, не увидел. Да, разложили голди. Ну, думаю, это вообще их не спасет, потому что счет просто, просто ульта. 25-2. Просто офигенный. Ладно, я смотрю, они там играются. Мы пока на эту сторону зайдем. И сейчас я заюзал опять инвиз. Робот, наверное, застал его врасплох. И, короче, я его разложил, и шла ракетница. Я поманеврировал, ушел от ракет, как матрица такая. И убил, короче, ракетницу. Потанцевали. И опять идут, уворачиваемся от этих О, нет, о, нет, бомбочка. Фух, отлично. А, так, надо, наверное, отойти, отойти. Отойду, инвиз. И клею его эту приставочку. Ха-ха. Офигенно, короче, Леон вообще красава. Очень приятно на нем играть. Да, как я уже сказал, смотрите, 20 хп. Как я уже сказал, не знаю, кто лучше пока, Ворон или Леон. Время покажет. Нормально, я увернулся от выстрела, и мы взяли победу. Почему-то не Голди звездный игрок, хотя бы я на месте суперцела дал по-любому Голди звездного игрока. Он себя офигенно в этом бою показывал. Вот, ну ладно, и то хорошо. Еще плюс 9 кубков полетело. И мы взяли, пока с вами играли, короче, грубо говоря, 50 кубков взяли. Круто! Ну что, ребятки, покажу вам свой клан. 893 тысячи кубков, еще немножечко, и будет миллион. Опять у нас пока что фул. Да, чувачки, извините, извините, сегодня вечерком обязательно вместе поиграем. Пока не могу, вот, потому что убегаю. Сейчас делаю серию и убегаю. Вот такие вот люди у нас в клане, смотрите, крутые перцы, крутые чуваки, да. Ну, внизу еще есть послабее люди, но я думаю, они будут качаться, будут расти, и все будет в порядке. Скоро поднимем необходимый трофей до 6000. Ну что, ребятки, если вам понравилась серия, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, зовите своих друзей, давайте наконец-то развивать канал. Вот, проявляйте активность, буду дарить подарки, буду дарить гемы, и дальше будет только круче. Всем пока!